Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа. Регион». Я Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Самые приоритетные вопросы – это детские садики, это школы. Строительство соцобъектов, решение проблемы обманутых дольщиков и подготовка к Новому году. Эти и многие другие вопросы обсудили на городской планерке. Наши елочные базары красивые, праздничные, новогодние. Елочки с иголочки или где и как правильно выбрать зеленую красавицу, чтобы она принесла много-много радости. Отсутствуют документы на пиротехническую продукцию, никто не смотрит на возраст покупателя. Торговля с огоньком. Затем, чтобы на анапский рынок не попала некачественная пиротехническая продукция, следит специальная комиссия. Общегородское планерное совещание провел глава Анапы. Юрий Поляков напомнил, у каждого заместителя главы есть приоритеты в работе. Им нужно уделять максимум внимания. В социальной сфере давать движение проектам строительства детских садов и школ. В строительстве решать проблему обманутых дольщиков. В ЖКХ продолжать благоустраивать территорию города и сельских округов. В начале планерки о кадровых изменениях. Трудовой договор расторгнут с начальником управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрием Ерохиным. Обязанности руководителя подразделения исполняет Олеся Лишенко. Продолжается работа по созданию реестра земельных участков, предназначенных для строительства социальных объектов. По 27 участкам сейчас идет проверка всех параметров и документации. А что со строительством детского сада на Крымской? По словам исполняющей обязанности заместителя главы Анапы Екатерины Боровской, муниципалитет готовится объявить аукцион для определения подрядной строительной организации. Самые приоритетные вопросы – это детские садики, это школы. Поэтому на сегодня такая возможность есть у нас. Детский садик по Крымской надо максимально усилиться. И по Алексеевке, вот Леонтьево. То есть я вас очень прошу, уделите этому внимание. Это хоть два объекта, которые в ближайшее время смогут заработать. Не теряет остроты тема нелегальных таксистов. В предпраздничные дни спрос на услуги такси растет, а вместе с ним и количество нарушений. Юрий Поляков просит полицию усилить своим присутствием мобильные группы администрации. Юрий Федорович, я уже поручил этот вопрос начальнику ГАИ. Вот, он как бы в курсе ситуации, там необходимо провести координационное какое-то совещание. Значит, поручение Анжела Анатольевна, а пригласить начальника ГАИ провести совещание координационное, поставить задачи. С января 2018 года бюджет Анапы сэкономит около 30 миллионов рублей, которые ежегодно тратились на аренду помещений для городских служб. Здание военкомата отремонтировано и практически готово принять ряд управлений. На личном контроле главы решение проблемы обманутых дольщиков. По двум объектам есть положительная динамика. Это дома на Амелькова и Владимирской 144. В первом случае инвестор предоставил людям уже готовые квартиры. Во втором решается вопрос с энергоснабжением. У нас сколько всего объектов, Анжела Олеговна? 13. 13. Какая перспектива у нас? У нас есть, наверное, такие серьезные объекты, которые нам будет очень сложно довести, а те, которые можем, что мы, какие меры принимаем? Ну вот по таким объектам, в отношении таких объектов, мы направили всем застройщикам, не только города Анапы, но и Краснодара, рассмотреть возможность по окончанию этого строительства. Работу эту не останавливать, ее надо наращивать. Есть поручение губернатора в этом плане максимально усилить эту работу по обманутым дольщикам. И в завершении планерного совещания о подготовке к новогодним праздникам. У нас впереди, наверное, самый лучший праздник, который существует в жизни каждого жителя, как Анапы, так и россияне. Это Новый год. У всех должно быть хорошее праздничное настроение. Объехать все улицы, посмотреть, обязательно посмотреть сельские округа, как они подготовились к Новому году, как они готовятся. Праздничным оформлением должны озаботиться и владельцы торговых объектов, руководители предприятий и организаций. Новогодние торжества Анапа должна встретить и ярко. В Анапе решает проблему нехватки кадров за счет привлечения молодых специалистов. Благодаря усовершенствованию системы образования выпускникам медвузов теперь не обязательно проходить ординатуру или интернатуру, чтобы устроиться на работу в первичное звено.
Молодые специалисты после прохождения профессиональной аккредитации могут работать врачами общей практики, участковыми терапевтами и педиатрами. Новая система дает положительные результаты. Новоиспеченные врачи быстрее получают бесценный опыт, а медучреждения – усиление первичного звена. В этом году к нам принялись на работу 5 молодых врачей, которые в течение месяца стажировались у опытных докторов и до сих пор находятся под контролем у заведующих отделений. Сейчас они работают на терапевтических участках, то есть сейчас на данный момент практически все терапевтические участки у нас перекрыты докторами. Людмила Михайлова окончила Казанский государственный медицинский университет. Практику решила нарабатывать в Анапе. С сентября этого года она работает терапевтом в городской поликлинике. Многие пошли в ординатуру, но не все смогли поступить. Конкурс был очень большим, и мы решили набраться опыта. Так потом проще будет пойти и выбрать узкую специальность, если мы вдруг кто-то захотим. Кто-то может остаться на своем рабочем месте. Пока мне работать здесь очень нравится. Сейчас ни на одном медицинском участке проблема нехватки кадров остро уже не стоит. Штат укомплектован, в том числе и младшим медперсоналом. Каждый пятый, стоящий на учете в наркодиспансере, избавился в этом году от смертельной зависимости. Тем не менее, на очередном заседании Анапской антинаркотической комиссии было принято решение усилить профилактику и сделать максимально доступной для населения информацию об уголовных делах и тюремных сроках, которые получили те, кто распространяет наркотики. Были также озвучены и основные причины. Это пропаганда в интернете, ложные представления о безвредности психотропных веществ, которые тиражируются в молодежной субкультуре, появление на теневом рынке новых психоактивных веществ, вызывающих мгновенное привыкание. Помимо этого, у курортных городов есть свои особенности. Это миграционная и туристическая привлекательность. Не секрет, что у нас именно в этот период с появлением здесь отдыхающих появляются те лица, которые сегодня предлагают свою продукцию в виде наркотиков на рынке потребителей. Потребители – это наши потребители, те, которые сюда приезжают. Почти 24,5 тысячи анапских школьников смогут принять участие в различных мероприятиях, которые пройдут на предстоящих зимних каникулах. Об этом нам рассказали в городском управлении образования. Двери образовательных учреждений в зимние праздники останутся открытыми для детей. По специальному расписанию педагоги будут проводить различные мероприятия. В каждой школе есть собственный график работы на каникулах. Помимо традиционных праздничных утренников и концертов, запланированы викторины, тематические встречи, походы в кино и музеи, на спектакли, общегородские мероприятия, прогулки на природе. Порядка 3000 школьников побывают на экскурсиях по краю и за его пределами. Спортивные школьные клубы и секции сохранят привычный график работы. Их посетят более 8 тысяч юных анапчан. Старшеклассникам предоставят возможность продолжить подготовку к единому государственному экзамену. Задача сделать так, чтобы любой при желании мог найти занятие по душе или нашел новое увлечение. Максимально охватить занятостью детей, максимально. Особенно детей, которые у нас стоят на различных внутришкольных учетах. Детей трудной жизненной ситуации. Для таких детей у нас не просто какие-то мероприятия, а уже оговоренные с ними мероприятия, куда их персонально приглашают и что им предлагают. Кто один раз пришел, тот в следующий раз обязательно приходит. Потому что действительно мероприятия делаются интересные, не для галочки, а интересные, чему-то учат, что-то показывают и заинтересовывают. В школе «Светоч» пели частушки, танцевали, вспоминали пословицы и поговорки. Так в учебном заведении проводили год 80-летия образования Краснодарского края. Этот номер третьеклассник Артем подготовил вместе с учителем музыки. Он очень любит творчество, хочет освоить танцы разных народов. Учиться здесь ему нравится. Пятерки, четверки. Иногда у меня там тройки. Там, и математика, русский, литература. Все нравится. Посещали несколько школ, и именно здесь мне показалось, что обстановка очень уютная, домашняя. Мне просто стало, когда я поговорила с учителями, они мне очень понравились. Я поняла, что мой ребенок будет ходить в эту школу. На стене стенд с рисунками учащихся младших классов. Две составляющих жизни кубанского казачества. Сцены сражений и картинки мирного быта. Мероприятие подготовили на закрытие года 80-летия со дня образования Краснодарского края. Чтобы наше подрастающее поколение не забывало традиции, обычаи наших предков, нашей малой родины. Это основная
задача, которую мы ставили перед собой. Возрождение, можно сказать, поддержка традиций кубанского казачества. Инесса учится во втором классе. Костюм ей сшила бабушка. Красивый, блестка. В нем только не пойдешь на улицу, он только на праздник одевать. Я мечтаю прилечь на твоем берегу и сойдя с самолетного трапа. Я счастья кричу, я молчать не могу. Я люблю тебя, город. Сводный хор поет песню про Анапу на стихи Сергея Левина. Автор в зале. Он прочитал фрагменты своей сказки про дельфинов, у которых почти все как у людей. Разговаривают громко и не знают, что у всех их беседы хорошо понимают. Его в школе еще на первых уроках учитель научил человеческой речи. Это школа с углубленным изучением иностранного языка. Здесь по одному классу. С первого по одиннадцатый. В каждом не более 10 человек. У десятиклассников урок английского языка. Олег пришел в школу год назад. В семье решили, что здесь он лучше подготовится к экзаменам. Профиль школы для него как своеобразный бонус. В будущем перспектива устроиться в международную компанию. Говорить, конечно, могу, да, у меня и опыт был. Я могу говорить именно по-английски. Ну, не так, чтобы сильно свободно, но могу. У меня есть друг по переписке, мы с ним общаемся. Он в Америке, я с ним нормально общаюсь. Сегодня школа арендует в общей сложности 750 квадратных метров. В планах обзавестись собственным помещением и увеличить число учащихся со 100 до 300. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Ели, сосны и пихты заполонили анапский рынок. С 15 декабря официально начали работать елочные базары. Всего на территории муниципалитета функционирует 13 легальных торговых точек, где можно приобрести главный символ Нового года. На некоторых из них побывали наши корреспонденты. Они расскажут, где и как правильно выбрать зеленую красавицу. Этот елочный базар на Субсехском шоссе можно считать образцовым. Торговая площадка огорожена, установлена праздничная вывеска. Хвойные деревья распределены по видам. Каждое можно осмотреть со всех сторон. Сосны и ели везут с Урала. Их средняя стоимость 400-500 рублей за дерево. Ассортимент широкий, но важно знать, как правильно выбрать елку и как за ней ухаживать, чтобы хвоя оставалась зеленой и ароматной долгое время. Если проводишь и если не остается колючек, значит она хорошая. Что она не колется и не осыпается. Поставить ее в ведро либо с землей и поливать, либо с песком. А такие пышные пихты привозят из Дании. Они особенно красивые и не нуждаются в уходе. Дерево легко простоит месяц без грунта и воды. Правда, и стоит такое в разы дороже. Цена начинается от 3000 рублей. Но, тем не менее, спрос и на них высокий. Она отличается от сосны ели тем, что она может долго очень простоять и краситься своей красотой. И она как бы пахнет особым специфическим запахом. На сосне ели такого запаха не бывает. Впрочем, если пихта не по карману, а сосна не радует густым убранством, пышную зеленую красавицу можно собрать и самому из еловых веток. Например, как это делает анапчанка Любовь Спицына. Вот я беру ветви, делаю кибана. У меня огромный такой, традиционно, вот такой большой круг. Ну, в общем, бревно, короче. Я потом просверливаю там дырочки, отверстия и вставляю лапки вот такие. Но какое бы хвойное дерево вы ни выбрали, главное приобрести его на легальном базаре. Это убережет от покупки по завышенной цене, а также гарантирует качество. Наши елочные базары, у каждого имеется выписка, выдана в управлении торговли. Они выглядят соответственно эскизу, который они подавали при подаче заявления. Поэтому наши елочные базары красивые, праздничные, новогодние. Несанкционированная торговля елками у нас пресекается. Выписываются административные штрафы в размере от 2000 до 5. Легальные елочные базары в городе установлены по улицам Ленина, Чехова, Ивана Голубца, Крымская, Астраханская, на Анапском и Субсехском шоссе. Работать они будут вплоть до 31 декабря. Однако специалисты рекомендуют выбирать елку заранее, пока базары располагают широким ассортиментом, а конкуренция сдерживает цены. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. В преддверии новогодних праздников пристальное внимание и к торговым точкам, реализующим пиротехническую продукцию. Специалисты управления торговли и потребительского рынка совместно с полицейскими и пожарными ежедневно проводят рейды, в ходе которых проверяют качество пиротехники и наличие необходимой сопутствующей документации, а также пресекают уличную торговлю взрывоопасными изделиями.
Комиссия проверяет разрешение на продажу пиротехники и сертификаты качества продукции. Среди частых замечаний – отсутствие информации для потребителей и нарушение правил хранения. Комиссия дает время на исправление недочетов и проводит повторную проверку. В Анапе зарегистрировано 5 стационарных легальных точек торговли пиротехникой. Однако перед Новым годом продажу фейерверков и петард можно встретить практически на каждом углу. И, как правило, каждый второй предприниматель не имеет разрешительной документации. Это является грубейшим нарушением правил продажи пиротехнической продукции. Зачастую в таких торговых точках, несанкционированных, и отсутствуют документы на пиротехническую продукцию. Никто не смотрит на возраст покупателя. То есть возможна и продажа несовершеннолетним лицам, что категорически запрещено. Если будут установлены факты несанкционированной торговой деятельности пиротехнической продукции, естественно, сотрудниками полиции составляются административные протоколы об административном правонарушении и выносится административное взыскание в виде штрафа. Приобретая пиротехническую продукцию на стихийных рынках и у случайных торговцев, велик риск получить вместо радостных эмоций разочарование. В лучшем случае пиротехника не сработает, в худшем может покалечить. При покупке фейерверков важно убедиться в наличии сертификатов качества, реквизитах производителя, информации о товаре и сроках годности. Стоит обратить внимание и на упаковку, она не должна иметь внешних дефектов. Рейды будут проводиться ежедневно до 14 января 2018 года. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапокеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48300. Программа «Детокс. Очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.